Уважаемые садоводы, как вы поняли, идет подготовка рассадных грунтов для следующего года. Все компоненты уже заранее готовы. Это торф, это грунтовая земля и перегной. Одна часть торфа, одна часть грунтовой земли и одна часть опилочного перегноя. Это конский перегной, ну, опилки, подстилка. Они у нас уже лежали 4-5 лет. Вот видите, он такой вот рыхлый, мягкий, очень хороший, я бы сказала, съедобный для растений. И вот сейчас мы смешиваем в равных пропорциях, а потом вот на этой вот большой решетке, которую тоже сварили сами, опять же механизированным способом мы начинаем просеивать эти грунты, и получается очень хорошая почва, смесь. Там уже есть и минеральные удобрения в том числе. А это вот отработанный грунт после тюльпанов. Он полежит год, и мы его вновь будем использовать для работы. Есть кое-где здесь меленькие луковички тюльпанов, но мы их тоже в момент просева собираем. Ну и на этом все. Наш механизатор привез очередную порцию перегноя. Он старается равномерно доброго и до свидания.